Каждый из нас должен найти в своей жизни призвание. Учитель без любви – мучитель. Врач без любви – рвач. Священник, потерявший вдохновенное желание служить Богу и людям, поп – толоконный лоб. И мы с вами как раз и говорим о том, что нужно находить вкус в том занятии, которым ты занимаешься. И если ты сам живешь спустя рукава, если ты живешь в полсилы, если ты не находишь удовольствия в деле тобою выбранном, постоянно тебя мучает какая-то меланхолия, отчуждение от жизни, грош тебе цена. Думается, что это проблема не собственно свойственная христианам, сколько нашей эпохи. Эпохи, которая зовет человека к чувственным удовольствиям и при этом грозит ему преждевременной усталостью от жизни. Я не могу много рассуждать на абстрактные темы, но каждый из нас опирается на свой собственный маленький опыт. Для меня пасторство – это блаженство. Это не специальность, это не профессия, но это действительно призвание, которое совместимо с ежедневным будничным трудом, но которое награждает тебе некоторой внутренней полнотой. И эта полнота называется счастьем. Что такое счастье? Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что счастье познается тогда, когда ты востребован, ты нужен, когда ты можешь приносить реальную действенную помощь людям, ее ищущим. Кому же, как не священнику, в нашей белокаменной, в начале 3-го тысячелетия, быть счастливым. Весь мир заполнен людьми, страждущими, алчущими, ищущими и духовного, и материального. Батюшка и призван быть перераспределителем любви в этом мире, и Бог ему помогает.